Приветствую вас. Очередная передача «Нота Бене». Сегодня мы рассмотрим очень серьезные и очень важные вопросы, связанные как с войной в Украине, так и с Молдовой. О Молдове мы поговорим в конце передачи. Я хочу сразу озвучить темы, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить. Мне кажется, что это действительно очень важные и интересные для вас темы. И мне представляется, что внимательно прослушав эту передачу, вы очень много поймете, почему началась война, как она идет. И самое главное, когда она может завершиться, какие причины ее завершения. Я вот сейчас перечислю основные пункты. О которых я буду говорить в этой передаче. Ну, первый такой блок — это подготовка к войне. Тактические, стратегические просчеты, которые допустил Путин и его команда. Кстати, вы обратили в названии, там есть э, ПУПА, я думаю, многие из вас не догадались, а если нет, я потом чуть позже скажу, что это за пупа. Это очень важно, потому что сегодня пупа ⁇ это реальная власть в России. Мы перег... поговорим о том, как вначале пытались реализовать план А, а потом перешли к плану Б. О том, как безжалостно относятся ну, скажем, армия России или Кремль к своим и к чужим в этой войне. И что очень важно, к своим тоже, не только к чужим. Поговорим о репрессиях, ну, пару слов скажу, которые внутри России против противников войны. А потом самый такой главный блок, на котором я более подробно остановлюсь. Цели войны. И вот тут я поставил вопросительный знак. Это геополитика? Это воссоздание империи или там Советского Союза-2? Это безопасность России? Я повторяю, тут у меня стоит вопросительный знак. Или это операция прикрытия? А вот чего прикрытие? Об этом мы поговорим. Потому что мне представляется, вот я размышлял над этим, я пришел к к такой точке зрения, что я раньше ошибался, и не только я, многие, и многие сейчас ошибаются, но это моя точка зрения, считая, что вот во главе угла стоит геополитика, восстановление империи или там безопасность России. На самом деле все гораздо поскуднее и проще. И об этом мы тоже поговорим, что это такое. Ну и когда завершится война, и какие перспективы Молдовы? Это тоже очень важно, потому что война напрямую нас затрагивает. Подготовка к войне, вы знаете, она длилась очень долго. Я думаю, что решение о том, чтобы начать развязать войну, оно, наверное, было принято, ну где-то еще, может быть, накануне, как операция развернулась в Грузии, или сразу после Грузии, потому что очень легко получилось в Грузии, и очень заманчиво было реализовать вот такие же операции, как тогда президент Медведев назвал «принуждение к миру в других регионах». Но ускорил Майдан, и многие задаются вопросом, почему Майдан? И вообще, почему Путин так зло относится к Майдану? Он постоянно подчеркивает, и российская пропаганда постоянно упоминает Майдан. Да потому что они с ужасом подумали о том, что в Украине сделали с Януковичем, в России русские могут сделать с Путиным и всей его комарильей потому что там Янукович грабил страну, и люди не выдержали, вышли и сместили Януковича. Путин и его комарили грабят Россию. И тоже была опасность, что люди могут выйти. И мы поговорим о некоторых событиях, что ну, действительно там в России было недовольство. И какие направления подготовки? Первое – это дестабилизация ситуации в Украине. Над этим очень много работали. Это политическая дестабилизация, это работа с агентами, влияниями и полезными идиотами. Ну, кстати, то же самое в Молдове происходит. Значит, тут только заменить слово Украина на Молдова. И если бы я не говорил, что это в Украине, многие из вас подумали, что я говорю о Молдове. Это массированная пропаганда. Это подготовка вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас в Украине все молятся, что Шойгу оказался воровитый, генералы воровитые, разграбили армию, и она не сумела по-настоящему подготовиться, хотя вливались миллиарды в армию. Ну и это внешнеполитическое обеспечение, э им надо было завершить операцию в Сирии. Правда, они несколько раз объявляли о завершении, но надо было окончательно там договориться, в том числе и с Турцией. И второе, они ждали выборов в Соединенных Штатах Америки. Очень надеялись, что останется Трамп. По всей вероятности были какие-то скрытые договоренности с Трампом. Но обломилось, и они уже после выборов поняли, что, ну, как бы ждать нечего, надо начинать. В чем их э, просчеты тактические, стратегические? Первое и самое главное, они недооценили украинскую армию. Хотя они, да, знали, что это уже не та армия, которая была в 2014 году, но все равно эйфория той легкости которая была при захвате Крыма в первые дни в Донбассе, она еще сохранилась, и многие так считали, ну что они там могли сделать, ну немножко лучше, но они как бы не могут оказать достойного сопротивления. Они недооценили, ну скажем так, волю украинского народа и украинского руководства. Они думали, что испугаются, и народ, и руководство, руководство убежит, и народ с цветами там бросится встречать российскую армию. Полный провал. Они переоценили собственную армию, они переоценили ее потенциал, они переоценили ее боевой дух, который в принципе вообще как бы его особо и не было. Никто ну, сражаются там, чтобы где-то стиральную машинку украсть, еще что-то там потащить. Но нету, знаете, той идеологии, ну, которая вот есть у украинцев. Потому что украинцы за что сражаются? За свою свободу, за свою землю, за своих детей, жен, э, там, матерей, отцов. А за что русские сражаются? Ну, я повторяю, за стиральную машинку, там, за холодильник, телевизор украсть, э, ноутбук. Но еще они недооценили международную реакцию. Да, они знают, что такое Запад. Я об этом потом скажу несколько слов. Но они не думали, что Запад сумеет консолидироваться. Но почему это произошло, мы тоже с вами поговорим. И поэтому вначале у них планы были грандиозные. Захватить чуть ли не всю Украину. И если поднять вот то, что говорили пропагандисты российские, они говорили то, что им говорили с Кремля, то все до Киева дойдем, до Львова дойдем, ну а некоторые пойдем дальше там на Польшу. И они провалились в этом своем плане и вынуждены были бежать от Киева. То есть каварийская атака. А вы знаете, что многие с собой везли парадные мундиры, там готовились оркестры к парадам и прочему, прочему в этом духе. И они решили от плана А, захват всей Украины, захват столицы Украины, посадить там свое марионеточное правительство, перейти к плану Б. И начали в последнее время, если вы обратили внимание, это захват Донецкой и Луганских областей. Ну и как бы Херсон тоже им очень хочется захватить. Это связано с Крымом, как бы дорога к Крыму. Ну, а поговаривают, если все это тут получится, Николаевскую, Одесскую область, Юг и, безусловно, Приднестровье и при хорошем, так сказать, раскладе и всю Молдову. А дальше как бы видно. Но вот это такой план Б, которая имеет такую узкую направленность, Луганская, Донецкая, ну и частично Херсон сохранить, или вот расшириться, дойти до Одессы, дойти до Молдовы. В этой войне наблюдается то, что ну, я историк, я неплохо знаю историю России, это такое ну, абсолютно безжалостное отношение к своей армии. То есть не жалеют ни солдат, ни офицеров, и у Путина, и его комарили это тоже очень сказывается. То есть их эти потери абсолютно не волнуют. Единственная их такая маленькая подлинная хитрость, они направляют в основном с национальных окраин. Они направляют Бурят, они направляют с Дагестана, там с других регионов, с Башкирии, Татарстана и так далее. Ну, как бы не трогая особенно столицы, потому что не хотят, чтобы многие в столице получали э, ну, известия о смерти детей, чтобы это будоражило столицы. Ну и кроме того, они боятся, что люди из столицы, там, ну достаточно грамотные, подготовленные, они могут еще выражать недовольство, там что-то говорить, э, э, делать какие-то заявления, может быть сдаваться в плен. Поэтому я повторяю, они просто бросают в жертвы, их не интересуют. Ну, сейчас уже цифры разные называют, но примерно 30 тысяч плюс-минус погибших. Это, кстати, цвет нации это самая пассионарная часть общества. Молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет. Вот это все мясорубка войны их перемалывает там. И потери растут с каждым днем они также безжалостно относятся к украине они абсолютно не волнуют сколько погибнет мирного населения сколько будет разрушено жилых домов больниц школ и прочее и я уже не говорю полностью инфраструктуре такое впечатление что они просто хотят уничтожить украину и это о многом говорит о том что на самом деле, ну, они не собираются, как они говорят, там кого-то освобождать, что-то там возрождать и так далее. Поэтому они воруют там все. Я имею в виду не только там эти стиральные машины, а вывозят зерно, вывозят металл, вывозят машины и прочее, прочее. Ну, если мы говорим о потерях и безжалости и так далее, это бьет и по России. Растет безработица. Падает уровень жизни, растет инфляция, падает ВВП. Но тоже все это как бы молох войны, все это спишет. Почему, как, это дальше мы тоже затронем. Я говорил о репрессиях внутри России. Беспощадные. Любое выступление против войны незамедлительно карается. В какой бы ни было формы, но доходит до смешного. Там э, девушка где-то написала Миру, мир. Все! Наказание. Кто-то вышел с томиком Толстого: Война и мир, наказание. И ну, смешно вроде бы такие казусы, но расправляются, как бы считается, что это дискредитация российской армии. А вот теперь о самом главном поговорим ну, возможно, я повторяю, я сейчас буду говорить о своих заблуждениях, но мне кажется, что многие находятся в этих заблуждениях. Цели войны. Но ну, вот, называют три такие цели, и очень серьезно сейчас все обсуждают. Это геополитика, это им, империя, ну, воссоздание империи и безопасность России. Геополитика. Да, я не исключаю, что вот все эти цели, они, возможно, вначале были второстепенными, но их вывели на первый план и, возможно, сами в них поверили. А на первом плане была другая цель, о которой скажу чуть ниже. Ну, давай, геополитика. Им очень хотелось, ну, так, с Соединенными Штатами Америки договориться, слушай, давай разделим, ну, как пацаны там делили вот 90-е годы сферы влияния. Вот мы забираем себе все постсоветское пространство, у нас есть какие-то интересы там в Восточной Европе, у нас что-то есть там в Африке, в Латинской Америке, в Азии, ну а вы все остальное можете старую Европу себе забирать, Западную Европу имеется в виду. Ну, так по-пацански Путин хотел договориться с президентом Соединенных Штатов, но как бы не получилось. И почему не получилось. Это потому, что он хотел бы как бы не, посчит... не считаться с другими странами. Что вот мы договоримся, а те как бы ну, примут, куда они денутся. Ну, как было во время Ялтинской конференции, Поздамской, но там принимала побежденная Германия. Она никуда не могла деться. И Италия там, допустим, и другие страны, которые входили в Коалицию с Гитлером, а тут должны быть другие страны, которые, кстати, являются союзниками Союза Америки принять вот этот раздел мира. Я уж не говорю о том, что и постсоветские страны тоже не хотят. Это такая иллюзия, что вот они могут воссоздать Советский Союз, ну, еще скажу на это пару слов: строительство империи. Да, вот Путин хочет строить теперь. Я сам много раз говорил об этом. А потом я задался вопросом, слушайте, какое строительство империи? Кто пойдет в эту империю добровольно? Если даже лепший друг Путина, который высасывает постоянно из России миллиарды, Лукашенко, не хочет объединяться полностью с Россией, кто пойдет туда? Ну, в России так считают. Ну да, Казахстан не пойдет, хорошо, заберем часть Казахстана. Грузия не пойдет, заберем часть Грузии. Ну, уже, по сути дела, забрали, и, возможно, они присоединятся к России. Ну, Молдова уже как бы часть контролирует, может быть, еще там Гагаузию заберем. И что мы Наблюдаем. На самом деле никто не рвется из постсоветских стран в эту империю. И я не думаю, что в Кремле сидят такие идиоты, что это не понимают. Мне все, все же кажется, что вот и раздел сфер влияния, они понимали, что этого не будет. И империи или там СССР-2 они понимали. Но это такая операция прикрытия. Ну, а что касается безопасности, тоже в этот... Мы не могли допустить там расширение НАТО, чтобы НАТО пошло. А чтобы, ну, во-первых, НАТО, надо прямо сказать, оно загибалось, оно находилось в очень такой сложной ситуации. Там раскол или чуть не распад в этом НАТО. Сейчас они сплотились, а до войны в Украине там очень сложная ситуация была. Но самое главное даже не в этом. Ну какое НАТО или какие Соединенные Штаты Америки пойдут против России, зная, что там есть ядерное оружие, что на любой удар те тоже ответят ударом. И в этой войне не будет победителей. Ну на Западе тоже не идет и сидят. Им это вообще не нужно. Говорят там захватить Россию. А что захватывать? Они продают технику, получают нефть, газ. Ну, допустим, Европа получала, сейчас она будет постепенно, уже постепенно отказывается. Причем этот нефть и газ добывается в сложнейших условиях. Кому это нужно? Захватывать, если можно все это купить. И достаточно дешево. Ну, тогда было дешево. Сейчас цены поднялись. Поэтому никаких захваток, и тем более ядерной войне никто не... Мог подумать. Еще да, один момент я упустил, когда там тема называл ⁇ Русский мир ⁇ Вот говорят, Путин хочет как бы воссоздать такую цивилизацию под названием ⁇ Русский мир ⁇ что Путин просто очень любит всех русских, его просто заботят, что они где-то, может быть, плохо живут. Чепуха. Плевать Путину на русских, как в самой России, так и за пределами России. Не верите? Ну хорошо, вспомните, какая, в какой сложной ситуации оказались русские в Туркмении. И их там, ну бус, буквально они были изгои, и они ждали, что Россия придет им на помощь. Ну как-то надавит, тогда был Туркмен, баши на него. А Россия палец о палец не ударила. А почему? Да потому что Путин договорился с Туркмен Баши э, на поставке газа. У Туркмен Баши не было трубы, чтобы газ шел там в Европу. И они договорились, что Туркмен -баши будет продавать газ России, а она уже дальше будет, ну, немножко добавив цены, перепродавать его дальше. И для Путина это было выгодно, да потому что для него газ и нефть важнее людей. И ему было плевать на этих русских в Туркмении. Хорошо скажет. А вот в Украине, там, в Молдове, он же заботится о русских. Где он заботится в Молдове или в Украине о русских? Ну, то, что он сейчас бомбит русскоязычные города, это забота, да? Там же в основном русскоязычные и русские проживали в этих городах. Я имею в виду и, и Мелитополь, и Харьков, и, и другие города. Северодонец, который сейчас ну полностью разбомбили, и там масса можно назвать еще других городов, небольших и побольше. А в Молдове он что-то делал для русских, говорят, вот. Гагаузы очень любят Россию, и Россия любит Гагаузов. 2006 год, эмбарго на вино. Кто пострадал? Гагаузы пострадали в первую очередь, потому что в основном гагаузские вина шли на российский рынок. Полностью запретили, и громадные потери понесла Молдова, но самые большие потери понесла Гагаузия. Или он, может быть, тут особо работает как-то с русскими? Да ни черта. И в Украине, и в Молдове работали с продажной национальной элитой, типа Дадона и Медведчука в Украине, которые продались России, прямо скажем, были куплены России. И с ними работали. И что там, Дадон защищал тут русских, или Медведчук защищал в Украине русских. Ничего подобного. Так что ставка, я повторяю, на коррумпированные элементы, ну и в основном на национальные, потому что ну, легче как бы продвинуть к власти. И на каком-то этапе решили, что ну надо гибридная война уже как бы себя исчерпала, нужна прямая война. Нужна маленькая победоносная победа. Почему победа? Потому что рейтинг начал Путина падать, после Крыма поднялся, а потом снова опустился. Ну, маленькой победоносной войны не получилось. Рассчитывали, что Запад не успеет отреагировать. Но Украина выстояла, и Запад отреагировал. Но самое главное остался, остался внешний враг, который можно запугивать внутри России. Ну, почему, кстати, они надеялись на Запад? Я уже говорил, еще раз повторю, потому что одних на Западе они купили, других держали в страхе компроматом. Это с давних пор еще Советский Союз так действовал, и Россия так сегодня действует. Ну, а третьих запугали ядерным ударом. Вы посмотрите, как там с Соловьев, Скобеева, потом Симоньян, они же ну, просто получают какое-то дикое удовольствие, угрожая э, Киселев э, западу я, ядерной дубинкой. Это указание Кремля. Пугайте, пугайте, пугайте их. Ну и что делать с захваченными землями? Вот то, что они... Там два варианта сейчас в России рассматривают. Один тупой, примитивный, но как бы такой достаточно простой. Просто присоединить. Я думаю, что если Украина не отобьет эти земли, я надеюсь, отобьет, то они будут их просто присоединять. Ну, как якобы там через референдум. И второе, более сложное, там говорят, Кириенко стоит за этим, воссоздать вторую Украину и настроить ее против западной Украины. Там посадить какого-то чучела типа Януковича, искать вот это настоящая Украина, а вот та такая. И держать их в противоборстве друг против друга. Тут тоже есть резон, чтобы постоянно находились в состоянии войны. И вот я когда все это перечислил, и вот поразмышлял, я подумал, а может это действительно просто операция прикрытия? Ведь на самом деле Путин и его команда, они страшно много наворовали. И в России об этом знают, о коррупции, об обогащении. На каких бы фамилиях ни числилось наворованное – практически все вот эта верхушка путинская, это миллиардеры. Причем это чиновники, силовики, это не какие-то бизнесмены. Да, многое у них находится на счетах бизнесменов, которые в час че должны куда-то в определенное место на чьи-то фамилии перечислить. Это богатейшие люди. И когда началась болотная, когда люди начали выражать недовольствие, когда произошел Майдан, у них щелкнуло, слушайте, у нас же могут забрать эти богатства. Их надо как-то защитить. А как защитить? Надо, чтобы был внешний враг. Надо направить энергию народа, энергию масс против внешнего врага. И пусть это будет долго очень, пока будет внешний враг или образ внешнего врага. Помните, как пропаганда российская постоянно накачивала Украина враг, НАТО враг, Соединенные Штаты Америки враг, Европа враг. И тогда у нас все нормально будет. Мы подавим любые выступления. И почему Путин так жестко отнесся к Навальному? Вначале отравили, не удалось убить, посадили. Потому что это был реальный враг который изнутри раскачивал вот это недовольство против этих паразитов, которые разворовали, разворовывают сегодня Россию. Это страшно было. Поэтому вот и создали такие условия. И я повторяю, вот эти разговоры, геополитика, безопасность, СССР-2, империя, русский мир, это все операция прикрытия. Вот для тех ватников, которые что-то надо кинуть в голову, ну не знаю, как попадает туда, если там есть какое-то место. Что нет, вы не яхты защищаете, вы не усадьбы, там дворцы защищаете. Ротенбергов, Тимченко, там, пу других путинских прихлебателей, Чемезова и так далее и тому подобное. Вы просто погуглите, посмотрите, вот наберите вот фамилии многих из ближнего круга э, Путина и посмотрите, как они живут, в каких дворцах. Они же просто купаются в роскоши. И им нужна была эта операция прикрытия. И они, ну, надо признать, очень умело все вот это этим воспользовались. И я вот в последнее время все больше и больше прихожу к мнению, что за это сражается пупа. Почему пупа? Потому что на самом деле в России сейчас два человека управляют страной. Это Путин и Патрушев. Вот этот тандем, имеет реальную власть, и я, честно говоря, даже не знаю, кто из них больше власти имеет. Но если говорить о том, что Путин все же находится в болезненном состоянии, то я не исключаю, что очень многие рычаги управления, особенно такого тайного, прибрал к своим рукам Патрушев. Когда завершится война, есть несколько Вариантов. Я думаю, что она будет длительная, потому что вот этому ПУПА, Путину Патрышеву, выгодно, чтобы она была длительная, чтобы ничего здорового и нормального не прорастало в России. Особенно недовольство, чтобы люди не проснулись в один прекрасный день и сказали, слушайте, король-то голый, хотя и обокрал всех. То есть, чего мы там э, молимся на него? Это же обыкновенный вор, который ворует вместе со своими Патрушевыми, Кириенко и прочими-прочими, Шойгу, Лавровыми и так далее. Вот в напряжении держать, чтобы вообще мысли об этом не было. Ну, что может остановить войну, когда она завершится? Безусловно, она может завершиться, если будет очень... Ну, такая весомая победа Украины, если Украине удастся вот, получить вот это новое вооружение, и они набрались достаточно военного опыта, освободить свои территории полностью, возможно, даже Крым. Не надо там идти дальше в Россию. Там после этой победы в России народ сам поднимется, потому что они поймут, что это была большая авантюра, которая печально закончилась для многих. Может завершиться война, вот эти санкции приведут к падению уровня жизни, к массовому недовольству значительной части, в том числе элиты, которые многие находятся под санкциями, национальные элиты, которые тоже как бы попали в эту ситуацию, и там будет недовольство, возможно, это приведет к распаду России, к территориальному распаду, к росту сепаратизма. Но все равно, в любом случае, если не удастся в России сбросить власть силовиков, вот это пупа Путина Патрушева, то я не вижу конца этой войны. Даже если отбросят, все равно они будут как бы раздувать вот этот пожар, потому что только надежда, что внешний враг в России всегда мобилизуются, когда есть какой-то внешний враг. А пропаганда там достаточно хорошая. Они всегда могут пугать этим внешним врагом. Обратите внимание, они даже не называют сейчас внешним врагом Украину. НАТО, Соединенные Штаты Америки, мы воюем против них. Ну, знаете, говорят, ну вот вы воюете против НАТО, вы сколько потеряли? Ну, техник, да, вот столько. А НАТО? А НАТО еще пока не вступила в войну. Да, говорят, помогают, да, помогают, но на самом деле вся тяжесть войны ложится на Украину, на армию Украины, и вся эта помощь, да, она играет большую роль. Очень любопытно, вот вы когда с кем-то будете дискутировать на эту тему, скажите, а почему? Вот спросите этих пропагандистов, они говорят, что Лентлис не повлиял. Вот оказывается, тут помощь влияет, а во время той войны ленд не повлиял. Хотя там, кроме ленд было прямое участие в Великобритании в военных действиях в Соединенных Штатов Америки, Франции, Канады и других стран. То есть они не просто оказывали помощь, они еще сами воевали, оттягивая значительную часть немецкой армии. В общем-то, ситуация действительно очень сложная, и я повторяю, пока силовики, пока вот эти пупа Путин, Патрушев у власти, война не завершится. Поэтому России должны очень серьезно подумать, те, кто понимает, к чему они ведут, как решить эту проблему. И несколько слов о перспективах Молдовы. Две проблемы. Война и угроза потери Приднестровья, Гагаузия, возможно, и всей территории. Что мы можем сделать? Практически ничего. Вся надежда на Украину, на то, что они остановят врага. И наша задача поддерживать Украину ну, во всех возможных формах. И когда говорят, что это не наша война, это наша война. Потому что Украина сражается и за нас. И я думаю, очень важно было бы предупредить официально Приднестровье, что если с ее территории вооруженные силы пойдут на Украину, молдавская армия войдет в Приднестровье. Мы не угрожаем. Но я повторяю, если они, а это наша территория, нападут на Украину, мы вынуждены будем вмешаться. Ну и второе, это внутренние проблемы. Ну, мы их все прекрасно знаем. Это инфляция, рост цен, тарифов. Это отсутствие постоянной коммуникации между властью и обществом. Это проблемы инвестиций в различные сферы. Это прямо признаем некомпетентность части правящей команды. И я не, не понимаю, почему они так. У них не происходят какие-то ротации. Они что ждут, что? те сами, которые плохо работают, министры исправятся. Если они почти за год не успели, поверьте, дальше не будет. Действительно, продолжает вести Россия против нас пока гибридную войну. Газовая удавка российская, попытка дестабилизировать ситуацию. Что делать в этой ситуации? Очень важно, и у меня есть определенная, я критикую Майю Санду, но она избранный президент она должна объединить общество, она должна выступить с идеей объединяющей, созидательной, с идеей построения Молдовы, нашей общей мечты, Молдовы будущего. Только вот созидательная идея может всех нас разных объединить. И это очень важно. Надо в этой идее показать точки роста в области образования, в области сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, транспорта, новые технологии там в медицине, в туризме и так далее. И самое главное, Санду должна понять, что сама партия ПАС не решит эти проблемы. Все общество может только решить. Я абсолютно уверен, что можно найти, создать какой-то национальный совет развития, созидания и так далее. Можно найти 50-70 ну, очень грамотных, очень подготовленных, очень компетентных людей которые не только разработают вот эту программу и будут работать вместе с правительством с парламентом с президентом, но и помогут в реализации надо что-то делать не надо ждать что оно само собой упадет потому что россия будет вкладывать в дестабилизацию молдовы будет работать с... додон уйдет найдут других додонов чебановтами кику и прочих прочих надо, я повторяю, объединять. Ну и мы должны тоже активно вмешиваться в эти процессы, тоже не ждать, что вот мы будем молчать, оно само собой решится. И поэтому я призываю вас ну, участвовать в дискуссиях, смотреть наши передачи, распространять их, тиражировать, ну и по возможности помогать нам и советами, и кто может материально, финансовую поддержку, чтобы мы могли развивать наши проекты, могли новые проекты внедрять. Давайте вместе будем работать. Всего хорошего. До следующей встречи.